Статистику аварийных выходных открыла ДТП на федеральной дороге «Кавказ». На 157-м километре водитель автобуса с пассажирами в прямом смысле слова догнал впереди идущий МАН. Водитель автобуса «Хайгер», двигаясь по маршруту город Ростов, город Грозный, не выдержал безопасную дистанцию до ближайшего транспортного средства МАН-193-20, который двигался в попутном направлении, в результате чего допустил столкновение. В результате столкновения от автомобиля МАН оторвался прицеп и наехал на препятствие дерева. В автобусе было больше 40 пассажиров. Пострадал один человек с диагнозом перелом голени, он доставлен в больницу Армавира. Остальных попутными рейсами отправили по начальному маршруту. Несколько аварий произошло в субботу и в черте города. Перекресток улиц Кирова и Луначарского продолжает пополнять статистику дорожно-транспортных происшествий в Армавире. В среднем раз в неделю здесь происходят серьезные столкновения. 21 ноября инспекторы ГИБДД по этому адресу выезжали дважды. В 10:50 на пересечении улиц Кирова и Луначарского водитель автомобиля Hyundai Accent, двигаясь по второстепенной дороге, не уступил дорогу транспортному средству «Шевроле Круз», который двигался по главной. В результате столкновения автомобиль «Шевроле Круз» допустил опрокидывание и последующий наезд на автомобиль «Део Нексия». Второе ДТП произошло практически через пару минут после того, как разъехались участники первой аварии. Дорогу не поделили ВАЗ-99 модели и немецкий внедорожник. Водитель Audi двигался по главной. По тому же сценарию водитель автомобиля ВАЗ-21099, двигаясь по второстепенной, не уступил дорогу транспортному средству Audi, которая двигалась по улице Кирова. Водитель автомобиля ВАЗ-21099 допустил наезд на бордюрный камень и последующий наезд на рекламный щит. В обоих ДТП обошлось без пострадавших. Водители подсчитывают значительный материальный ущерб. А инспекторы призывают адекватно оценивать дорожную ситуацию. В Армавире растет количество аварий, где один из участников осмелился проскочить и допустил столкновение. Подобные неверные решения водители принимают на светофорах, когда мигает желтый свет, и на перекрестках, подобных Кирова-Луначарского. Ирина Рухлядко, Евгений Холманских, служба информации канала РЕН-ТВ, Армавир.